590 рублей баланс на MyCSGO, и это безумие, потому что сейчас я буду открывать самый дешевый, самый, ну можно сказать, такие противные кейсы, которые вот вообще не должны нас окупать, но посмотрим, куда они нас заведут. Что-то типа Роберта Маска. 120 рублей за 10 открытий идеально. И в итоге ты можешь выбить агента кавалерии, который может стоить 600 рублей. И сегодня посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти благодаря этим кейсам. Сразу скажу перед началом, я не закидывал 500, я закидывал чуть-чуть поменьше, ведь я использовал промокод папа. И ты также можешь. Когда ты вводишь промокод папа, ты получаешь плюс 30% на абсолютно любую сумму. То есть, другими словами, закидывая 1000 рублей, ты получаешь 1300 просто бесплатно. Плюс 300 рублей. 10 тысяч это 3 тысячи. 100 тысяч это 30 тысяч бонусом просто так. И помимо того, что это самый большой процент пополнения, который только здесь есть, он тебя еще и окупит, поэтому обязательно используй его. А я хочу начать с майнинг-кейсов. Да, знаю, что это одни из самых окупных кейсов. Да, знаю, что вы все их открываете и вы все их советуете. Так вот, давайте вместе с вами выберем, какой кейс мы будем открывать. Либо Азимов, либо Сайрекс, либо Хайпер. Ну вот, мне из всей этой коллекции нравится Неануарка, нравится Неану... Неоновый Райдер, Неануарка, Хайпер, ну и, наверное, Азимов. Давай начнем с Азимов. Все-таки он первый, а у нас 123 рубля, чтобы выбить какой-нибудь дроп. Если кто не знает, суть майнинг кейсов очень проста. Либо тебе падает майнинг, ну, дроп, то есть, допустим, Азимов из этой коллекции, либо тебе не падает ничего, и ты просто-напросто... Да ладно. С первого... Да ладно, 9780 с первого раза. Получается, я выбил АВП Азимов со 120 рублей сейчас, да? Типа, ну типа вот так. Блин, ладно, я больше не хочу ничего открывать. Ну типа вот это, майнинг Азимов, я точно не хочу открывать. Если он мне с первого раза выдал, мне кажется, что вот эта вся коллекция мне ничего не даст. Поэтому давайте пооткрываем что-то вот такое. Блин, это что мы сейчас можем делать? Это я сейчас могу аниме кейс открыть, тот кейс, который мне вообще не нравится. Да, кавай, это он, пацаны. Но, тем не менее, здесь очень много крутых пушек. Показываю. Да, вот все фанаты аниме, пацаны, без обид, я уважаю вас, но давай говорить честно. Мне просто лично самому не нравится. Но скины здесь топовые. Здесь Ахикабара. Да тут дохрена всего. Тимукау, пацаны, тут все аниме скины есть. А аниме скины в КС-ке, это как золотая Грааль. Их много, и они все крутые. Поехали. Тимукау падает. Вот сказал, упала. Но, по-моему, Черный Нил может дорого стоить. Нет, я перепутал. Черный Нил вообще фигню стоит. Так, подожди, в смысле? Подожди, в смысле? 17 тысяч? Подожди, в смысле? Я правильно понимаю, что мы открыли на 8? И нам выпало даже АВП Шелковый Тигр за 12 тысяч. То есть у нас 18 тысяч баланс. Обалдеть. Ладно, все, поехали паршака крутить. А вот этот кейс, чтобы вы понимали, я безумно люблю, и он мне очень сильно нравится. То есть вот такой кейс я готов открывать постоянно. Все, сайт залагал, блядь. Тимукао опять выпадает. Какие-то желтые скины, это что такое вообще? 6500. Да, а вот кейс, который я обожаю, больше всех в жизни люблю, он меня сливает. Блин, вот по поводу Vision Pro, не знаю, пацаны, стоит открывать или нет. 950 рублей, 9500 за 10 открытий, ну черт возьми, давай. У меня, короче, с MyCSGO небольшая проблема. Те кейсы, которые мне нравятся, они меня не окупают. Те кейсы, которые вообще не нравятся, по сути, вот этот кейс. Я не удивлюсь, 9200. Ну ладно, он маленько подслил, но я бы вообще не удивился, если бы он меня окупил. Так, ну поехали тогда дальше. Вот я не знаю, что за стар. Я без понятия, что это. 10 тысяч рублей, давай попробуем. Ну блин, надо открывать, конечно, максимально много кейсов. А тем более открывать кейсы, которые ты никогда не открывал, потому что именно они могут выдать керамбит. Почти. 6. 1900. Понятно. Ага. Ну тогда давай Триттер Реборн. Что хочу сказать по этому кейсу? Он мне также абсолютно не нравится. Но тем не менее, у нас уже сейчас, ребят, с 500 рублей 11 тысяч. И несмотря на то, что все эти кейсы нас... Нас не окупают, я хотел сказать. Я задержал дыхание, у меня голова закружилась. Мне сейчас плохо станет здесь. 37 тысяч рублей. Мы открыли кейс за 1000 рублей. Мне выпало 37. Блин, вот я как с языка снял, что надо было сегодня записывать. Я просто сегодня сидел и такой, типа, блин, а позаписывать мне ролик или не позаписывать? Потому что вроде бы я хочу, а вроде бы нет. И когда вот у меня вот это происходит, что вроде хочу, вроде нет, лучше, конечно, не записывать этот сайт. Я такой думаю, ну нет, MyCSGO по-любому может занести, и это будет невероятно круто, десяточка, но не окуп.
Продолжаем дальше. Я думаю о том, что, ну, может занести, ну, может занести. Ну и вот я захожу, и вот тебе и заносик. Ребятки, обязательно поставьте лайкосик, все, кто смотрит. С 500 рублей мы почти сделали 50 тысяч. Я буду пробовать открывать еще. Я безумно хочу. А давайте 24. 57 тысяч сделали уже. Не, это жесть. Это жесть. И вот сейчас можно реально полынить, пацаны. Сделать то, что очень сильно, например, вам нравится. Easy Knife. 1000 рублей, 9400 за 10 открытий. А лучше давай Доплер Эра. 10 раз за 33 тысячи. Короче, это тот же самый майнинг, который мы открывали вот-вот совсем недавно. Но здесь падают нереально крутые ножи. То есть мы откроем за 30-ку, но минимум один нож должен упасть. Потому что если один нож не падает, то это скум профессиональный. Поехали ровно на 10 раз. Блин, вот это, конечно, супер интересно. Хотя бы два ножа, такое ощущение, что может. Один волны выпал. Два волны, отлично. Сколько? 48 тысяч, неплохо. Вообще неплохо. Это все продаем. И еще на 33 тысячи открыть надо. Надо 100%, полетели. Не, ну а что, сейчас еще, если два ножа выпадет, у нас уже почти 100 тысяч. А 100 тысяч это очень много. Ой-ой, вообще ни одного. Так, понял, 8947 тысяч плохо дело, ребят, реально плохо. Ну, давай тогда попробуем Hyper Knife. То есть, нет, Hyper Knife давай не будем, давай Scary Knife. То есть, тут ножи маленько подешевле, но они тоже крутые. И если сейчас как-нибудь нам выпадет 66, по-любому попробуем чужие ножи. Они нереально крутые. Нож пролетает, один ножик. Ай-яй-яй, один ножик. Ну, как будто бы окуп, да? Да, 24. И еще на разочек. Мужики, обязательно поставьте лайк, если вы это смотрите, если вы досмотрели. Нажмите его, мне будет пипец как приятно. И, конечно, не забывайте подписаться. И, конечно же, если будете играть 25 тысяч, используйте промокод ПАПА, потому что это самый большой бонус, который только здесь есть. Любая сумма умножится, попробуешь, поиграешь. Мне сегодня нереально повезло, прям просто нереально, начиная от начала ролика. Да, я думаю, даже сейчас, потому что мы сейчас третий раз открываем, и только в третий раз нам не выпал нож. Поэтому давай так, с тебя лайкосик, а я продолжу снимать эту рубрику. Следующий ролик будет с 50 тысяч рублей, и посмотрим, докуда мы дойдем. Ровно столько, сколько у меня сейчас осталось. Поэтому поставь лайкосик. До завтра.